Привет! А в этом видео мы расскажем и покажем, как приготовить конвертики из слоеного теста с творогом. Простая выпечка на скорую руку с вкуснейшей начинкой. Конвертики из слоеного теста с творогом у вас могут быть и сладкими, и не сладкими. Это зависит от того, что вы добавляете в творог. Мы готовили с сахаром на вкусный семейный завтрак. Ингредиенты, необходимые для приготовления. Слоеное тесто 500 грамм, творог 350 грамм, сахар 3 столовые ложки, яйца 1 штука, яичные желтки 1 штука, ванилин по вкусу. Основной этап приготовления. Подготовить все необходимые ингредиенты по списку. Если используете покупное слоеное тесто, то заранее вытащите его из морозильной камеры, чтобы оно оттаяло. Для начинки необходимо соединить творог, сахар, яйцо и щепотку ванилина. Тщательно перемешайте. Взбивать творожную начинку не нужно, иначе она станет жидкой. Если творог сильно влажный, то можно добавить в начинку немного крахмала. По желанию можно добавить немного изюма или кураги. Слоеное тесто немного раскатайте и нарежьте на квадратики. В центр каждого кусочка теста выложите 1-2 ложки творожной начинки. Уголки теста соедините в центре и прищипните. Противень для выпечки застелите кулинарным пергаментом и выложите готовые конвертики с творогом. Смажьте верх каждого конвертика яичным желтком и немного посыпьте сахаром. Поставьте противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 25-35 минут. При выпечке ориентируйтесь по своей духовке. Слоеные конвертики с творогом готовы. Они станут аппетитно золотистого цвета. Извлеките противень из духовки, переложите творожные конвертики на тарелку и угощайтесь. Такая сладкая выпечка будет очень вкусна с чаем или кофе, с молоком или соком. Очень вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте и вы приготовить конвертики из слоеного теста с творогом. Приятного вам аппетита!